знаете, когда говорится, типа, что Бог сверху все видит, а я прям чувствую взгляд. Везде глаза, везде глаза, везде глаза. Они всегда преследуют нас. Вверх головой, вниз головой. Самобытный цыган-музыкант, разрушающий стереотипы о цыганах и формирующий новый взгляд на свой народ. Цыганская жизнь без границ. Вот стиль жизни Андра. Честно, с детства хотел что-то поменять, короче. Я видел, как родственники, как другие цыгане жили и до сих пор живут. Хочется что-то с этим делать. Цыган – все. Категорический крест. Цыган – типа это оскорбление. Слово «джипси» и «цыган» люди используют его чуть-чуть в негативном тонации. А по факту это просто типа народ. Заставляют человека чувствовать себя закрытым в клетке. Дома детская тюрьма, можно сказать так. А уже когда выходишь замуж, там уже по-взрослому. Старые обычаи, традиции, закон нас соблюдают. У нас у каждого есть выбор. Я заложник традиций, но при этом я меняю эти традиции на свой лад. Как я хочу. Все мои цыги будут жить в любви, гармонии, счастье. И самое главное, будем славить Бога. Всем мира! Есть моменты там, где закон нужно нарушать. Но мы обычаи нарушаем, не закон.